Приветствую вас, друзья! С вами Светлана Быкова из Таиланда, Пхукет. Если вы летите в Таиланд и хотите воспользоваться местным интернетом для себя, не в гостинице Wi-Fi, а именно для себя в любом месте, и местной связью, нет проблем. Когда вы будете выходить из аэропорта, на Пхукете так и было, в Бангкоке, также точно, до того, как получить багаж еще, то есть находясь в аэропорту, вы просто смотрите по сторонам. Да, в общем-то, можете смотреть, не надо особенно будет, потому что местные дамы, тайки на русском языке кричат «бесплатно, бесплатно». Подойдите, здесь нет никакого обмана или казуса. Раздают вот такие пакетики бесплатно. Здесь несколько в Таиланде компаний мобильной связи. Одна из них «Трумув», который мы получили. То есть вы берете пакетик. И здесь вы можете не бояться, здесь уже написано на русском языке. Вы получаете, у вас есть свой номер телефона. И здесь читаете. Есть по-русски вот безлимитный интернет. Есть сколько вы можете, на сколько дней, сколько бат загрузить, что вы при этом получите и так далее. Номер телефона. Я не помню, где эта бумажка была, потому что мы ее открепила, но где-то вот здесь. А внутри есть тоже инструкция на разных языках, в том числе и на русском. Вот, пожалуйста, здесь написано все, можете прочитать. Вообще два варианта. Вот эту, но не забудьте, что эту карту нужно пополнить. И тайские женщины об этом в аэропорту тоже говорят. Бесплатно и пополнить. То есть пополнить счет на тот срок, на ту сумму. Ну, согласно тем условиям, которые предлагают, выбирайте свое. Так, два варианта, как я поняла. Мы не стали этим пользоваться. Но, если хотите, пожалуйста, здесь нет ни проблем. Тут все расписано, какие номера набирать, что, какие смс вы должны получить. Как я понимаю, здесь есть два варианта пополнения этой карты. В магазинах True Shop, 7-Eleven, Tesco Lotus и Family Mart. То есть вы подходите к кассиру, показываете номер телефона и даете ту сумму, на которую вы хотите пополнить. Потом должны получить смс, что счет пополнен, и пользоваться. Или с помощью кредитной карты, здесь уже на бумажке, в инструкции написано, по какой ссылке вам нужно перейти. Ну вот мы живем в гостинице, у нас здесь пользуемся ноутбуком. И здесь нормально, в принципе, в номере работает Wi-Fi, интернет нормальный. Возможно, у вас так будет. То есть, чтобы зайти, естественно, в интернет, нужно его иметь. То есть, вот по этой ссылочке переходите и дальше следуйте инструкции. Все подробненько расписано. Вообще, как совершить международный вызов, настройки доступа, как активировать сим-карту, стоимость вызова в другие страны вы можете узнать, набрав тут бесплатный номер, отправить смс домой и так далее. Вот, то есть вот такая тут интересная услуга есть. Желаю вам удачи!